Я пришла к магазину Евроспар. Хочу посмотреть, какие здесь продукты, по какой цене. И если будет возможность, то сниму. Так, это большой торговый центр. Вот Евроспар. Так, давайте войдем. Так, встречает нас Евроспар цветами. Хризантема 1090. Томаты протертые 199,90. Горбуша натуральная 149. Подсолнечное масло Слобода 139,90. Клубника 129,99 за 100 грамм. Малина 100 грамм 399,90. 400 рублей 100 грамм. Личи Мадагаскар 42,99 за 100 грамм. Так, кабачки 249, цукини 299. Зелени очень много. Кинза 30 грамм 69 рублей. Микрозелень 179,90. Горох. Огурцы, корнишоны 300 грамм 279. Шейка свиная в брусничном маринаде 599,90 за килограмм. Здесь продукция Мираторг. Стейки 799 за 320 грамм. Яйцо Спар. Куриное белое. Категории СО. 20 штук. 309,90 за 2 десятка. Так, очень много полуфабрикатов. Корейка маринованная за килограмм 529,90. Так, фарш говяжий собственное производство 649,90. Фарш говяжий черныш-шихинский 579,90. Вижу фарш домашний 349,90. И фарш свиной 429. Томаты вяленые 269 баночка. Водка архангельская. 1 литр 749,90. Креветки 499,90. А вот креветки без головы, аргентинские, 1299,90, 1300. Филе горбуши 349,90 за килограмм, Камчатка. Стейки кижуч, свежемороженые, 1490. Так, горбуша 139,90, 5 морей. Печень трески натуральная 279,90. Макаронные изделия Барилла при покупке 2 74,90. Так, соус Барилла Песто 399,90.
посолить в масле, в белом вине, в красном вине. По 109 рублей баночка, 115 грамм. Сельдь для салата, кубики, 189 рублей, 250 грамм. Очень удобно. Форель холодного копчения, 150 грамм, 369 рублей. А это шпроты, 109 рублей. Так, яйцо, 129 рублей. Деревенская первая категория. Так, а отборные 134,90. Пряники с бананом, со сливками. 99,90. Сметана Простоквашино 10% 76 рублей. 15% 74,90. Творог обезжиренный 69,90. А Дмитровский 113,90. Молоко «Наша корова» 64,90. Так, масло «Вкуснотеево». 340 грамм, 349,90. Так, ветчина фермерская в нарезку, 100 грамм, 64,99. Ну, такая свеженькая, надо взять попробовать. Белые грибы за килограмм 1109. Вишня замороженная 390 рублей. Очень много готовой продукции, салаты, овощные. Оливье с крабовыми палочками, винегрет. Так, студень.